И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, друзья, и сегодня у нас в программе прогулки с гигантозавром. Кстати, ребята, сегодня наша тусовка будет проходить на озере Близнецы. Почему-то сегодня здесь как-то тихо и, блин, мне это очень не нравится. Обычно здесь такие проходят огромные тусы, здесь собираются все виды динозавров, сбиваются в стайки. Допустим, плотоядные с плотоядными, травоядные с травоядными, и просто сидят, глядят друг на друга со стороны. Но бывают, конечно, какие-то потасовки, драки или дележка территории. Но сегодня я тут абсолютно один. Хотя нет, я уже не один. Вон там он к нам подошел, маленький карник, по-моему, на той стороне. Кстати, пока я... Да, я проделал немаленький путь, идя сюда. Меня забросило вообще за 3-9 земель. Поэтому я шел сюда очень долго, и пока я решил присесть отдохнуть, вот этот вот поганец Карна решил поохотиться на меня. Вот, но, короче говоря, у парня, видимо, кишка тонка, и он, после того, как я поднялся, он просто убежал. Так, посмотри-ка, кто здесь у нас такой? Ох, какой красивый окрас у Рекс. Нет, это Гига. Да, еще одна Гига. Давайте поприветствуем. Поприветствуем Гигу. Посмотри, какой обалденный, шикарный окрас. Итак, друзья, у нас было прерывание сервера, короче говоря. И на озере я остался совсем один. Да, просто слетел сервер или какие-то работы. Поэтому я даже не успел рассмотреть того великолепного камуфляжного Гигу. Но к нам идет Рекс, да. Кстати, он, возможно, составит нам на сегодня хорошую компанию. И мы дождемся остальных каких-нибудь травиков, либо других плотоядных, с кем можно будет пободаться. По-моему, маленький дьяблик бегает. Так, Рекс, я тебе советую занять какой-нибудь берег на этом озере. И держаться вместе. Оу, сюда, по-моему, даже идет стегозавр. Либо он просто бежит мимо. Ну, я останусь на озере. Во всяком случае, возможно, придут гиги, которые сплотятся в стайку. Ну что ж, давайте подождем. Оу, Трайк. Пока мы никого трогать не будем. Здорово, Трайк. А смотри, Рекс уже, по-моему, начинает охоту за Трайком. Рекс, ну пускай все сойдутся сюда, к этому озеру, потом будет веселуха. Можно устроить такую резню? Давайте дождемся основные силы, наверное, я думаю. Короче говоря, ребята, я пока совсем одинок-одинешенько. Кстати, Рекс нашел себе уже компанию, их уже двое. Где же мой камуфляжный гига? Так, подожди, Трайк. Этот Трайк не уходит. Но я так понимаю, он только что тоже подзывал своих сородичей. Но уже как бы становится многолюдно. Интересно, а куда идут Рексы? В общем, два Т-Рекса свинтили. Трайк, я видел... Решил объединиться вот с этим маленьким комарой. Но что-то у них там не заладилось. Ребята повздорили, и Трайк, по-моему, убежал, ушел. А комара решил выйти сюда. Слушай, какой он смелый. Слушай, может нам его немножко попугать, погонять? Потому что ждать, пока соберутся все ребята здесь, это, блин, невыносимо, и просто можно умереть со скуки. Ну, давай попробуем переплыть на ту сторону и немножко попугаем его. Убивать не будем, но можно просто погонять. Чему бы нет. Представляешь, сейчас придет сюда этот Трайк, обидевшийся. И гонка уже начнется за мной, они меня вдвоем начнут гонять.
Ну, давайте немножко поагрессируем на него, да? Так сказать. По-моему, ноль внимания вообще. Ну а если режим охоты на тебя включить, друг? Слушай, да... Напрягся немножко, да? Немножко напрягся. Вот только не надо на меня направлять свой мощный хвост. Нет, ну если, конечно, он причинит мне урон, то я полакомлюсь свежим мясом, свежей тушкой. Я первый себя трогать не буду. Давай, нанеси удар. Но. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Разозлился, малыш, разозлился. Я выведу его из себя. Да, сейчас, конечно, у меня хороший момент напасть и укусить его за кончик хвоста. Нет, малыш, ты бы не успел меня обидеть. Давайте прогоним его. Мне кажется, он уже понимает, что я как бы не планирую ему причинить вред, но тем не менее, смотри, он пытается отмахнуться от меня. Беги, малыш, беги. Слушай, ну если я сейчас сделаю разворот, то я тебя укушу. Ты этого хочешь? А, он решил меня загонять, да? Он решил, чтобы я всю стамину свою полностью сжег. Нет, иди посиди немножко, отдохни, а потом я еще за тобой немного побегаю. Если, конечно же. Ага, к нам пришел Трайк. Давайте вдвоем их погоняем. Давайте погоняем малыша Трайка и малыша Камара. Только не говори, что ты уходишь. По-моему, они оба на меня обиделись. Но меня больше интересует малыш Камар. Трайк линяет. Трайк просто убежал. Давайте попробуем его разозлить. О, к нам идет, по-моему, Рекс. По-моему, идет Рекс. Но я думаю, эта машина, она точно безжалостная. И она сейчас будет рубить его. Хотя... Я уже начинаю напрягаться. Нет, ну, возможно, конечно, Рекс пройдет мимо. Хотя нет. Кажется, нет. Так, я надеюсь, охота не на меня. Теперь нас двое. О-оу. Самое главное и к Рексу не поворачиваться спиной. Потому что мало ли. Да-да-да, вот я про что и говорил. Ну, маленький упырь, сейчас ты у меня получишь.
Конечно, перелом ноги мне уже обеспечен. И кажется, меня сейчас добьет Трайк. Нет, меня Трайк не добил. Да, хорошее гостеприимство оказывается у них здесь на озере. Просто шикарное.